Вопросы развития села на территории Ненецкого округа до 2025 года были рассмотрены на очередном заседании администрации. Средства, выделенные из окружного бюджета на эту программу, расходуются неэффективно и необходимо пересмотреть целесообразность расхода бюджета. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. По словам начальника управления строительства и ЖКХ Валентины Саудиной, программа, субсидирующая строительство муниципальных объектов на территории села в округе, выполнена на 53%. Мероприятий было, конечно, выполнено чуть больше, процент порядка 70, но с учетом планирования, да, бюджета, что исполнение в конце года, там 25-30 декабря, оно не влечет перечисление денежных средств, поэтому исполнение получилось переходящим на январь месяц. Программа признана умеренно эффективной. Данные показатели вызвали недовольство главы региона Игоря Кошина. По его словам, расходование бюджетных средств неэффективно. Так, например, школа строится на 300 учеников, в то время как фактическое их количество не превышает 200. Мы либо занимаемся, значит, эффективностью расходами бюджетных средств, либо не занимаемся. А превращаться, там, проверять командировочные, никому это не нужно. Я об этом говорю постоянно, еще будучи в собрании депутатов. Прежде всего, эффективность расходования бюджетных средств. По словам главы администрации Игоря Кошина, прежде чем принимать решения и подобные программы, необходимо иметь всю информацию и разносторонне рассматривать проблемы, связанные с той или иной целевой программой. Александра Бобрикович, Леонид Шишелов, телеканал «Север».